Ну, Колян уже в команде у Сынька. Я без приглашения зашел. Так, чертежи. Раз. Давайте зайдем к Саньку, он больше всех шарит в этой игре. Чего? Что? Что ты творишь, Паша? Ты что вообще? Я сказал эту хуйню. Паша, ты что гонишь, блин? Заходи к Саньку, он все сделает, блин. Ой, бля, меня соседи стопудово выгонят, нахуй, с этой, блядь, квартиры. Скажет, один долбоёб ржёт там, блядь, на всю квартиру, блядь, на весь дом. Я. А что мне делать? А, куда заходить? Куда? Что? Мне ничего не пришло, дружище. Макс, смотри, вот эта крыса, так, под словом Никуса. Мне кому? Я могу Коле зайти? Крыса, которая меняет свои... Разговор вообще был не такой вчера вообще. Я зашел у тебя уже. Да давно. Паша не угорает над тобой. Что ты же это? А, не вижу. Понял, что ли? Вижу, вижу. Ты всё, никто не угорает. Да не. Я Максу больше верю, чем тебе по факту. Вот, вот, ну все. Вот так вот, значит, вот так вот, значит, все. А потому что Макс не даст соврать, блядь. А ты, блин, Саша, я тебя вообще не слышу. Я сейчас, блин, не поленюсь. Санёк, Макс, пришёл приглас? Переписку скинь, блядь, мне скриншот, где он меня обсирает. Не, он тебя, он, не, он тебя не обсирает, никогда он тебя не обсирал. Паша, это точно. Ну. Там просто, что было, вопрос в том, что на Ван Вивана Артура вызывать. Вот, я Санёк, понимаю. Ты у меня не в сети показывает. Ну не Ван Вивана, а типа, ну, типа мы с Пашей против ты Артура с кем-нибудь. Не отмазывайся, блядь. Не. Братва сказала, как она поняла, блядь. Так что ты не отмазывайся, значит, ты не умеешь излагать свою точку зрения. Санёк, блядь. Ну ладно, идите уже сходите один на один. Ну всё, закроем. Санёк, по-братски, я Санька не слышу, пожалуйста. Артур, я тебе сейчас скину приход. Скинь. Ты, может, не приходит, приход. Вот, читаю Колина этот... сообщение. Должно Паша прийти, уже хочет нет. Закрытую против Артура. Ну, это же вас понятие расплывчатое. Закрытый против Артура. Мы можем всей командой против Артура зайти. Мы можем зайти втроем против Артура. Это что? Я ж не говорю, что там... Я ж не говорю, что Артур, Паша ты... один хочет один на один, там же не было такого вот, написано. Сейчас, Паша ну, хочет закрытую против что, Артура. Типа... Не, ну тут типа все да. Поняли, что типа Паша хочет типа с Артурчиком въебаться. Ну вот, все, по-жесткому. Ну, блядь, пиздун, блядь. Иди, блин, ну, Паша. Ну, он уже тебе прочитал, я написал, Паша хочет закрытую против Артура, все. Угу. Ну что, не так что ли? У меня нет. Санёк вообще Макс не в сети. Макс мне сказал, как... Я ж не сказал один на один. Там не было один на один написано. Зовите моих адвокатов. Нет, у тебя подача слов и игра слов. Слава богу, блядь. Я зашёл. А что, мы не пришли? Не пришли до моей пригласа? О, это хорошая карта. Нет, не пришли. Вообще ни одна. Я сам зашёл, блядь. Что-то понатыкал, блядь, и зашёл вообще. Хуй, если ты со мной там... не дружишь, мы можем сделать, чтобы я с Артуром был, а ты с Сашей. Так, а это о, что боже, за левый что это за люди? Я с Артур. Ну все правильно, 4 на 4. Боты? Все нормально. Играем. Мы вдвоем против, блядь, кучки ботов? А. Нет, ты что за нас кинь пару ботов? У нас три, у нас трое, а вас... Вообще, а, нахуй уберите, блядь. Нет, что сделай 4 на 4 просто. Не, все, я теперь против Колена играю. Добавь по два бота. Ну, то есть два тебе, два нам. Ну, окей. И наконец. Да, зачем эти боты мешают? Да, вообще. Это не слишком ли большая карта? Карта большая, очень, очень большая карта. Надо было ту же с вертолетиком. Нюктаун надо было загружать. А где мое оружие? Вообще что другое такое? Оружие. Санёк, что ты там понастроил? Командный что бой. Что такое? Санёк, где наше оружие? Что за говно? Группа Б6, ликвидируйте все цели. А чё? Ну да, у меня тоже ёбань какая-то. Блин, а чё тут М-ка только нормальная? Стандартная, но просто плюс-минус. Я так не играю. Саня, что у всех шанс равный, у меня моё, говорит, бля. Нормально, блин, нормально, Санёк. Иди сюда, Санёк, я знаю, где они будут.
Граната пошла. Мы захватываем контроль. Нормально, нормально. А за что мне дали, кстати, медали? Я Пашу либо убил там, да? Паш. Вообще-то я тебя убил. А за что мне медали надавали? Не знаю. Я гранату кинул в окно. Ничего тебе не дали никаких, я смотрел, ничего тебе не дали. Дали медали, целую кучу там. Выжившие там все дела. Граната пошла! Блин, а тут звуки лучше слышно, чем в этом. О, это кто был? Это вроде я был. Наглухо. О, не-не-не, Артур, так не делай. Что? Не садись так. Да у меня оружие дерьмо ебучее какое-то. Я вообще не знаю, что с ним делаю. Оно какое-то тупое, блядь. Не-не-не, ты так сидя не ходи. Тебя будут убивать постоянно. Артур, все, жду тебя. Преимущество только у тех, кто бегает, носится, прыгает. Это есть только к империте одно дело. Использую оглушение. Кинул осколочную. Там никого. Ну, хорош. Почти на 0 хп. Мужчина убит. Мужчина убит. Ну, это к Паше не относится. Ай, я падал на бой. Дань, Паша, я тебя тоже убил? Да. От бедра. Ложась от бедра, Макс, ты смотришь за меня, да? Да-да-да, ну я с задержкой смотрю, только сейчас посмотрю. Да. Блин, перезарядка. Штаб, дайте мне самолет-шпион. Как куда ты вылазишь, не перезаряженный, блин, это капец. Самолет-шпион прибыл, передаю координаты целей. По Нобскому миру. Он там стоит на втором этаже доме на главном. Ох ты, сука, блядь. Цель поражена. Граната пошла. Два. Самолет-шпион, топливо кончилось. Блин, второй раз от бедра не получилось. Он как-то почему-то ложится. Глянь, отпускает, да? От бедра стреляет. Странно. Дропшот делает, он от бедра делает. Раньше я не замечал этого, кстати. Или это именно этот, как его называют, делает так? ПП-ха. Да, я слышал, я тебя спалил. Да они сидят как крысёныши, блин. Защита нейтрализована. Блин. Да там же, на улице. Ай. Бил его? Да. А, Паша слева. А, все, дошел. Блин, накалил чуть-чуть. В секторе обнаружен самолет-шпион. Так, самолет-шпион. Надо сбивать его, да? Шпион. Вижу их самолет-шпион. Они прямо тут. Блин, ППХ не собьет. В здании напротив. Ой, попал чуть-чуть, да? Ой, блин. Поцарапал. Царапал. Блин, я думал, у меня шприц, а тут у меня эта флешка, блин. Что-то как-то странно, это оружие себя ведет. Блин, с этим комплектом это вообще говно. Не, ну зачем мне учиться с тем комплектом, которым я не буду играть? Блин, опять я ложусь, и он мне отпускает прицел, блин. С моим комплектом у меня прицел не отпускает. Это здесь. Он дропшот не делает у меня. Вот это за триггеров. Нет, это какой-то комплект, я не знаю почему. Он не делает дропшот.
блядь. Он мечется возле твоего дома. Второй этаж. Да блин! Через ты уже этаж. Воскрес! Я хотел Артура убить, как раз я знал, что он там. Ты уже воскрес и в спину меня убил, капец. Я ж тебя спалил уже его. Лежа не могу целиться. Идет. Кидай расколочную. Мы отстаем. Труп. Посылка готова к отправке. Кто так фуфлыж на мину поставил? Включаю полевой микрофон. Там на виду. Нет. Что за дирижабль, блядь, там летает? Ты его слышишь? Я его видел. Ваша машинка RCXD уничтожена. Блин, опять? Блин, что за комплекты, что я ложу дропшот делаю, и он мне отпускает руку. Что за шляпа? Я не могу дропшотать, блин. Ну как хорошо, ни хрена себе, это скилл же, блин. Дропшот делать. Нет, да? Это читерство? Да конечно, блин. Читерство тебе, блин. Понастроил, блин. Против нас комплект я настроил, потому что они же не дропшотают там. Где они? Граната пошла. Я их размотал, блять. Чё Макс молчит? А чё мне говорить? Макс знает нам их. Вот закрытую я бы, наверное, ещё так по фану бы поиграл бы. Да ё-мо. А, закрыто прикольно. Закрыто прикольно, да. Не спорю. Артурчик, прикрой. Следи, куда стреляешь. Противник получил припасы. Он там, он. Блядь, у меня невыгодная была позиция. Блядь. Ох, Санёк. На своей? Понял. Испугался, ё-моё. Пиздец, ты все время на корточках ходишь, ну блин, я должен был тебя убить. Артурчик, я думаю, мы сидим. Я забываю, что у меня боя тогда. Не сиди на корточках, это отстой. Ты будешь 9 из 10 проигрывать. Да ты, блядь, отсасываешь нахуй, блядь. Куда ты там сидишь? Да где я отсасываю? Ну-ка, КД мою. 1.17 я играю. Это Санёк там вам отдается. Черт, они оказались лучше. Пора сматываться. Стрить не хотел, блядь, красавчик. Ну ты 6 раз лучше Артура играешь, я согласен. Ладно, признаю. Мне просто так повезло. Ну мы нормально с Артурчиком сыграли, мы вам накидали, блядь, чей за ухо, блядь. Ну я бегал, блин, я не, ну, Макс видел, я не сидел. Ну значит, ты плохо бегаешь.
что сказать. Да, другую, другую, давай. Нюктаун было бы неплохо. У меня написали, что колда установлена, кстати. О-о-о. А, не, это какое-то, блядь, дополнение, сука, только одно установилось. Отключи, но, в принципе, компанию из зомби. Может, уже можно это такое играть. Black Ops Campaigning 3. Black Ops. Да. Давай, Паша, ты сменишь ник на Блэкусов. Мультиплеер был. Ты как будешь антагонист меня. Хер его знает, тут непонятно. Темная версия меня. Мультиплеер или, бля, тут просто компонент третий. Да просто запусти. Я не могу, у меня замок висит на ней. Запускайте. У меня это оружие не дропшоты, это я не знаю, что я беру там комплект. Там, видимо, нормально какой-то перк нужен, чтобы дропшотить. Не пизди. Бля, что за херня нахер? Я ж качаю колду с того аккаунта, как он может быть, блядь, неактивным? Ну, типа, его мне нету сменить аккаунт, я не могу вернуться на... Вы лицо подразделения. Ну, я не знаю, что там. А что нужно, чтобы дропшотить? Какой перк нужен? Я не могу, я только могу пресеты делать. А, вот могу. Так как? А что надо делать, чтоб дропшотать? Что нужно делать? Блин, не хочу в эту шляпу играть. Я вообще со стандартным играю. Почему он дропшотает и отпускает руку, блин, от бедра стреляет? Мы вышли в лидеры. Ебать, нихуя есть. А чё я не могу те выбрать, которые у меня есть? Я уже не помню, что там что значит. Блядь, чё за хуйня вообще? Паша возле автобуса. Он в доме на втором этаже сидит, Коля. На противоположном. На втором этаже в окне. А право от дома. На длине. А ты Пашу убил мне? Чё он там? Инфу даёт, а? Хорош. Сами только прут туда, блядь. Давайте, крыс, выходите, блядь. Да конечно, у нас три, у вас один, сами идите. Раз вы так играете. Блядь, а как ты меня пристрелил? Раз вы решили так играть. Охуеть. То есть ты хочешь, чтобы мы... Да, я уже, я увидел. Чтоб мы тебя запушили, да? Ну да. Я хотел его убить. Комплекты отстой, если у меня, не знаю. Со стуком. У них теперь там респаун. На тебе, блядь. Где? Он глушит сигнал в доме возле нашего войска. Угу. Бейте меня, мне надо умереть. А куда ты там, блядь? А, домик наш на втором этаже сидит. Артур за москвичом. Наконец-то я умер. Бегают рядом. Оглушающая пошла. На тебе, блядь. Кинул осколочную. Ах, блядь, прям на гранату вышел, блядь. Хотя показывала, я думал, она в доме, она на балкончике была. Артур, бегут. Они вдвоем в доме сидят, на втором, наверное. А, на первом.
хорош. Пиши, беги. На! Нажал дал мне, что ли? С этого, скажем. Извредил полевой микрофон. С локтя, скажем так. Белых. Да сидят вот они, блин. Тебя был я думал, блин, ты мне инфу дал, я думал, они умерли, блин, ты их убил, типа, или что-то. Я такой раз, типа, настарал. Ах ты, блядь. Прятки были, да тебе тяжело было, на самом деле. Бегут, Артур. Ага. Второй этаж. Блин, забыл, что это. Забыл, что у меня не лечение на эту кнопку. МП5. А чё они? А почему нет? Паш, МП5 это, блин. Это имба. Любая. Блядь. Ёшкин крот. Ты меня заебал, блядь. Капец. Капец. Ааа, чуть-чуть не хватило, он возле автобуса в автобусе. Да, вот там он был справа. Мы потеряли преимущество. Опять нельзя лишать, блин. Просто нарвались мы на тех, блядь. Я Артурчик, блядь, прикрою в любую ситуацию, тут что хочешь туда лезть. На тебе. Хорош, Паш, лучше, чем Анчарта ты кидаешь. Полевой микрофон запущен. Здесь, блядь. Возле автобуса в аваншоте. Да-да-да, я вижу. И там, да. Да-да-да. Хорошо. Еще кто-то заходит, хочет зайти нам в спину. О, блядь. Хорош, а, прикрыл. Короче, я не поиграю. Лучше, блядь. А, перезарядка. Слышь, Колян, не поиграю с вами. А чё? Она не даёт обслужить как основной. Самолёт-шпион. Она пишет, что этот аккаунт уже активен как основной на другом устройстве. Хо-о, нифига себе. Странно, должно ж, ну, меняться активация. И пишет, типа, выйти с того устройства, типа... А, то есть я играю? Ну, видишь, он, типа, я в эту игру играю, наверное, ты видишь, всё, короче. Я могу странно. Только с того аккаунта, походу, поиграть. Обнаружена группа самолетов-шпионов. Блять, так как вы тут нахуй заебали меня? Самолет-шпион. Да. Я, походу, только с того смогу аккаунта поиграть в эту игру. Разыгрался, Паша? Я сливаюсь. Дропш... Такой дропшот. У Артура, блин, перк гранаты под жопу кидать, походу, блин. Не, я хотел кинуть, ты меня пристрелил, а, она у меня упала. Полевой микрофон уничтожен противника. Да блин, так. Сливаюсь, да. Второй этаж. Да где я сливаюсь? Я в плюс играю, ты сливаешься. Гонишь, что ли? Понятно. Но дропшоты не работают у меня, да. Если бы работали, я бы получше играл бы чуть-чуть. Не чуть-чуть, а так нормально играл бы получше. Ой, кто это? Кто в приседку ходит у нас тут? Я сам себе. Саша, лошара какая-то. Эй, блин, воскрес. Не ходи себя быстро разрешить. Реально пропустил вас. Как они у тебя садятся, если? Передаю вектор сброса на палма. О, хрустящая корочка, ребята, как вы так, а?
Хрустящая корочка, да. Не хухрыму. Еще чуть-чуть. Держитесь, бойцы. Я хотел себя подлечить, кинул оглушительную под... Я знаешь, сколько так раскинул под жопу себе оглушающую? И еще и выживал при этом, между прочим. Ой! Ой, блин, опять это сраный дропшот. Ой, опять хотел себя подлечить, блин. Блин, в доме Паша на первом. У нас очень мало времени. Вы не успеете за 5 до 20 секунд сделать 4 кило, наверное. Хотя можете, конечно, все очень постараться. Полевой микрофон поставлен. Блять, не прыгнул мне, что ли? Ай, перезарядка! Капец! Капец, сука, спину не стрелял. Кто там меня стрелял, блядь? Со всех сторон. Они уничтожили ваш полевой микрофон. Отличная работа, группа ЦРУ. Без шума и пыли. Нет, это не я. Я вполне ожидаемый. Саня не давал, это кто-то другой. О, блядь, Санёк, ты страшный человек. Ё-моё. Ты как эти все, которые Call of Duty, блин, эти? Блядь, типа, тепловизор. Так у них... Я играл по-честному со стандартными комплектами. Куда лить? Да, я тоже со стандартными. Так, давай, перезапуск. Сейчас мы, блять, вам... Так, Макс, надо придумать, как тебе сыграть в эту игру. Коля, какой ты ему аккаунт дал? С игрой? Угу. Вот он выпрыгнул, да, вроде выпрыгнул. Я просто туда целился, а у меня прицел сам на него навелся.